О, привет! Заходи. Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Проходи. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Да, здравствуйте. На связи Игорь Романовский. Сегодня в гостях у меня Бая. Здравствуйте. Здравствуйте, Бая. Благодарю, что согласились оставить мне видеоотзыв о нашей совместной работе. И я вообще очень рад, что мы сегодня встретились. И мне прям захотелось тоже со своей стороны, чтобы люди узнали о вас, потому что я наблюдаю за вашей деятельностью, за вашим творчеством. Мне очень откликается то, что вы делаете. Поэтому давайте сделаем так, что сначала вы расскажете о себе, чтобы люди узнали, вот, чем вы занимаетесь. Да, Игорь, наши деятельности, они схожи, они пересекаются, потому что и ты, и я... Можно на «ты», да, я буду... Конечно, да. И ты, и я, мы учим людей, где и где искать здоровье, да? Где искать здоровье? То есть мы-то прекрасно понимаем, что в поликлиниках и больницах мы его не найдем. Мы найдем его только в своих возможностях, и вот эти возможности нужно раскрывать, развивать, и мы с тобой именно этим и занимаемся, что мы помогаем людям раскрывать их возможности, чтобы быть здоровыми, быть активными, счастливыми, гармоничными и радоваться этой жизни. Ты сказал, что я дала согласие на то, чтобы дать этот видеоотзыв, но это не совсем так. И я не дала согласие, я наоборот, я жаждала сделать этот видеоотзыв, потому что лично для меня это стало, ну, неким открытием. Ты попросил коротко о себе. Я доктор натуропатии. Ну, конечно, мы не рождаемся докторами натуропатии, да, мы рождаемся обычными людьми, но каждый своим каким-то путем приходит к тому или иному, к той или иной деятельности. И, конечно же, этот путь не случайен. Мой путь тоже был не случайен. Я не просто так стала доктором натуропатии. Я пришла к этому состоянию через страдания. Потому что 5 лет назад меня накрыло страдание. Я вступила в пору климакса, это было в 53 года, сейчас мне 58, и климакс принес с собой все самое неприятное, что он мог принести женщине. Это стремительный набор веса, это обострение всех хронических заболеваний, которые до времени были скрыты, а в 53 года они все проявились. И я из молодой здоровой женщины превратилась вот в такую развалюху, на которую просто невозможно было смотреть без слез. То есть я себе категорически не нравилась. И самое главное, что это было просто очень тяжело жить все время с болью. Все время с болью. И когда я поняла, что медицина мне не может помочь, то есть я пыталась, да, лечиться, но мне ничего не помогало, тогда я стала искать альтернативные методы. Таким образом я вышла на натуропатию. Я стала ее изучать, я поняла, что очень многое может сделать для себя в плане изменения питания, в плане использования каких-то природных ресурсов для того, чтобы приблизиться к своему естеству, да, вот к естеству человека. К тому, что нужно заботиться о чистоте внутри своего организма, то, чему нас, в общем-то, не учат с больших экранов. Вот. И тема детокса, тема очищения, все это возникло в моей жизни, я все это изучала, я все это применила и очень быстро получила результаты. Таким образом, буквально за год я изменила себя полностью. Я убрала лишний вес, я избавилась от всех заболеваний, и на сегодняшний день я думаю, что я совершенно здоровый, счастливый человек, и который еще и приобрел новую профессию. То есть я пошла учиться в 57 лет, и я получила институт. Я закончила институт, я получила диплом доктора натуропатии, и теперь я консультирующий натуропат, который не только сам добился вот этих вот всех своих положительных результатов, но еще и учит теперь других людей, как им это делать. Почему я жаждала оставить этот отзыв? Дело в том, что я как человек-боец, человек самодостаточный, никогда не
обращалась никаким, ни к психологам, ни к коучам. Я считала, что мне это не нужно, что со всеми проблемами я справлюсь сама. Как бы это ни было трудно, но я смогу сама. Мне никто не должен помогать. С этой установкой я жила всю жизнь. Я всю жизнь преодолевала все трудности сама. И когда мы с тобой договаривались о том, что же будет темой нашей коуч-сессии, я так посмеивалась в душе и говорила, думаю, Игорь, тебе придется, значит, поискать во мне проблемы, потому что я их у себя не вижу. Думала я, у меня нет проблем, ха-ха, такая довольная. Хорошо, сказал Игорь, у тебя нет проблем, тогда давай определим твою какую-то цель или задачу, да, и посмотрим, как ты ее реализовываешь, как ты ее выполняешь, и какие у тебя на этом пути, может быть, есть затруднения. И тогда я начала копать себя, я поняла, что, ага, у меня есть цель, да, это цель строительства дома, но оно идет как-то не так быстро, как мне хотелось бы быстрее. Ага, сказал Игорь, вот мы уже видим проблему, что ты хочешь ускориться, но у тебя не получается, давай это обсудим. То есть мы вошли в нашу сессию с задачей, как нам ускорить строительство дома, как вложить в это меньше своих сил физических, да, и интеллектуальных, и моральных, и получить большую отдачу. То есть вот такая была задача. И когда мы начали нашу сессию, и когда ты начал копать меня вот этими вопросами своими глубокими, все, мой мир рухнул. Я поняла, что у меня есть большая проблема. Я просто ее не видела. Я просто была настолько занята вот этим вот бегом, вот этим вот кручением педалей, вот этим растратой своей энергии и посвящением себя полностью всей своей жизни в этот бизнес, чтобы зарабатывать деньги, чтобы строить дом. Ты выкопал во мне страшную проблему, что я потеряла себя. Я просто потеряла себя в этом беге. Я перестала ценить себя как самую главную единицу этой вселенной, себя как личность, я потеряла свое «я», и в потере этого «я» она и повела за собой вот этот печальный результат, что мои движения стали все в холостую. Ну, как бы не то, что в холостую, но бешеное вот это вот вкладывание энергии и всех своих сил, оно не приносило того результата, который я заслуживала бы, да, будь я более внимательна к себе как личности. То есть вот это вот открытие, оно меня просто прибило и ошарашило. Вообще я хочу сказать, что ты волшебник. Да, и я хочу это заявить прямо вот во всеуслышание, и чтобы все знали, что ты действительно обладаешь некими способностями. Я не знаю, может, знаешь ты об этом или не знаешь, или ты культурно молчишь об этих способностях. Благодарю. У тебя явно есть какой-то дар, что-то свыше, потому что как только ты появился в моей жизни, у меня начали происходить какие-то изменения, но они происходили мало-помалу, они как бы вот такие, как бусинки на ниточке, да, так вот. Можно было даже не заметить сначала, что твое появление что-то приносит. Но вот сейчас я вижу, что это шло по нарастающей, и вот сейчас я вижу, что действительно твое появление в моей жизни, оно не случайно, оно мне как знак свыше, как подарок. Ты очень светлый человек. Я это тоже заявляю вот прям на весь мир, что Игорь Романовский очень светлый человек, от тебя идет свет, идет добрая положительная энергия. Ты ни разу за все время общения, да, с тобой, ни разу я не почувствовала какого-то дискомфорта, неудобства. Меня ни разу не покоробило никакое твое слово. Все твои слова, они просто какие-то, как что-то мягкое, которое тебя обволакивает, сама твоя интонация, твой голос, твоя манера говорить, твоя культурная подача
да, твое доброе утро, твои пожелания. Это всегда очень все позитивно, это несет очень такую хорошую положительную энергетику. И даже то, что ты меня прибил просто вот этой и жестко мне сказал о моей проблеме, что вот это потери своего «я», даже это меня не унизило как-то, не обидело, не оскорбило. Наоборот, я страшно обрадовалась, что у меня открылось вот этот третий глаз, ты мне открыл мой третий глаз, что я действительно, я вот как будто бы распахнула свой взор и увидела, что, блин, ты что делаешь? Жизнь проходит, а ты делаешь не то, да, ты смотришь не туда, вернее, ты как бы смотришь туда, но ты немножко не так смотришь, да, нужно с другой позиции посмотреть, нужно посмотреть со стороны, с позиции именно себя, своего «я», а не вот этих вот меркантильных там всяких там, да, движений. Я тебе скажу больше, что как только ты начал озвучивать вот эту мою проблему, вот буквально только закончилась сессия наша, прям тут же, буквально через какие-то 5 минут, мне начали открываться какие-то новые порталы или каналы, я не знаю что, начали поступать очень тематические предложения, стали появляться какие-то нужные люди, которые, и какие-то я услышала именно сообщения и обращения людей, которые были как будто бы продолжением развития вот этой темы. Развитие темы открытия себя и посвящение вообще-то внимания, да, себе, своему «я». Это прям было вот как, я действительно считаю, что твоя подача, вот эта волшебная, она запустила некий процесс. Некий процесс, началась вот открутка вот этого, наверное, времени вспять, да. Я сейчас, я до сессии, и я после сессии, это другой человек. Я прям себя зауважала, честное слово. Я работала без выходных. Я работала там по 12 часов в сутки, каждый день. Я не позволяла себе отдыхать, и я думала, что это хорошо. Я думала, какая я молодец, я такой трудоголик. Я не даю себе покоя, я зарабатываю деньги. Какая я молодец, да, какая я сильная, какая я энергичная. Вперед! Теперь я смотрю на это совершенно по-другому. Так нельзя. Так нельзя. Мы рождены не для того, чтобы тратить себя только на работу. Мы должны еще и думать о своих близких, о себе, о том, чтобы проводить время вместе, дарить близким свое тепло, свое внимание, сказать доброе слово маме, обнять мужа, позвонить детям, узнать, как у них дела, а не так, что ты разговариваешь с дочерью и думаешь, так, мне еще, сейчас мне нужно туда, мне нужно сюда, это нельзя, это кощунство. Так потом, грубо говоря, ложась в гроб, ты уже не исправишь это, ты уже не сможешь поговорить ни с мамой, ни с детьми, потому что ты уже будешь не в том состоянии. Поэтому мои ближайшие планы. В воскресенье мы едем на шашлык всей семьей. Да, у нас будет шашлык, у нас будет глинтвейн, у нас будет природа, общение. И это, несмотря на то, что у меня сейчас просто бешеная нагрузка идет, я запускаю проект. Это новый проект мой, курс по питанию, по переходу на систему перехода на естественное питание. Это подготовка к вебинару. Это работа по развитию Инстаграма с новым продюсером. Это я пошла учиться, чтобы развивать свою сеть ВКонтакте. В общем, это массовое такое, ну, как бы у меня массовое скопление дел, но при этом я понимаю, что я все равно буду отдыхать, я буду посвящать время себе, таким образом я буду перезагружаться. Это будет моя перезагрузка, это будет получение новых источников энергии, да, для той же деятельности. И это будет по-человечески. Это будет действительно нормально, так, как должно быть. И спасибо, Игорь, тебе, я тебе даже не дала сказать слово.
Настолько меня просто переполняет. Да, меня просто переполняет вот это вот, вот это то, что ты мне просто открыл глаза. Ведь, казалось бы, это так просто, да? Почему ты не могла это сказать себе это сама и сделать это сама? Ты могла? Ну, не знаю, могла ли или нет. Наверное, каждому человеку, даже несмотря на то, что кажется, как будто бы нет проблем, да, у человека, несмотря на это, каждый человек, мне кажется, должен в своей жизни хотя бы раз пройти аналогичную коуч-сессию, потому что, скорее всего, у каждого человека есть какая-то, какой-то затык, вот, я говорю, опять же, какие-то перекрытые каналы, которые он сам себе перекрывает, не зная этого. И из-за этого он не может осуществить какие-то свои мечты. Построить дом, да, съездить в путешествие, купить себе то, что он хочет, там, или еще куда-то пойти учиться, сменить работу и так далее, и так далее. Все это может быть и не потому, что у него он такой несчастный, у него это не получается, а просто потому, что он не знает, что где-то что-то, какая-то дверка закрыта. И вот коуч как раз открывает эти дверки, вот... Одна из моих дверок открылась благодаря тебе. Поэтому я бы желала, наверное, вот каждому человеку пройти через твою сессию, там, разовую, двухразовую, или там, не знаю, пять раз, кому сколько потребуется. Но это нужно сделать. Это такое вложение, которое окупит себя, наверное, в 100 и в 1000 раз. Это однозначно. Поэтому я желаю от всей души тебе много общения, много вот таких клиентов, как я, да, и много вот таких инсайтов, да, после этих сессий, чтобы люди открывали себя заново благодаря тебе, и чтобы их жизнь от этого становилась лучше. Ну и твоя, конечно, тоже. Тебе спасибо огромное. Благодарю, очень теплый отзыв, такой расширенный. И настолько я, в общем-то, обычно я задаю вопросы какие-то, да, то есть вот, но сегодня просто вот, ну, у меня такое в первый раз, и я благодарю, вот настолько вот объемный, расширенный и в то же самое время без воды отзыв, ну, просто вообще круто. Да, это от чистого сердца, от всей души, это вот просто на моих очень положительных эмоциях. Ты видишь, да? Ты же видишь, что я изменилась, да. Правда? Да, ты все помолодела, вот, выглядишь вот прямо, ну, совершенно по-другому. Свежий, знаешь, вот, свежий. Что значит перезагрузить мозг? Да, да, это важно. Спасибо тебе. Благодарю, и благодарю всех, кто смотрел нас. Всего доброго. И желаю всем добра и счастья. Бая, благодарю, что за такой отзыв. Всего доброго. Всем добра, да. Всем добра. Всего доброго. Всего доброго. Пока, до встречи. И посмотри еще вот это видео. Увидимся.